Эй, иди сюда. Всем привет, ребята, с вами Илюша, и сегодня мы играем в игрушку под названием Fit and Grow. Итак, я расскажу вкратце, что это за игрушка, вообще, что она из себя представляет. Это, можно сказать, агарио. Кто знает, кто такой агарио, тот поймет. То есть, только это все происходит рыбками. Тебе дается рыбочка, ты кушаешь других рыбок, набираешь массу, уровень. Также можно менять других рыбок. То есть в Fish Select выбираешь, и тут разные рыбки. Вот я играю сейчас на карте Океан, она еще в бетке находится. Я, кстати, видел, тут даже есть рыба, вот, да-да, тигровая акула и другие какие-то вообще непонятные рыбы, которых я впервые в жизни вижу. Итак, ребятоньки, надеюсь, мы попробуем накопить на какую-нибудь... не знаю, конечно, на тигровую акулу долго копить 50 монеток, но мы, надеюсь, добудем как-нибудь монетки. Так, вот наша рыбка. Из чего представляется? Можно на колесико смотреть ее? Да. Так, ну и что ж, давайте-ка кушать рыбок. Вот в океане, конечно, тут выбор побольше тут. Потому что я играл... ну, я как бы, знаете, что я каждую игру, в принципе, заранее немножко пробую, чтобы геймплей хотя бы ощутить, да? И тут как бы видно, что... ну, я играл в речке, типа, за пиранью. За пиранью, конечно, не было столько много разновидностей рыбок. Тут, вон, прям реально много их летает. Летает, блин, плавает. Потому что мне кажется, будто я прям летаю в этом воздухе. И тут как бы уже выборы побольше. Но тут тебя и слопать могут в любой момент. Поэтому стоит быть аккуратным. Мне не нравится, ребят, то, что тут сенса очень маленькая. Вот слышите? Мышкой мне приходится как волохать, чтобы хоть как-то развернуться. Итак, ну, я уже пару съел этих, как назвать-то, почему-то хочу медуз сказать, это же звездочки, да. Пару звездочек съел, хочу уже какую-нибудь рыбешку съесть, ну, видите, какой я неуклюжий в этой игре. Прям вообще, вот, вот, рыбка, рыбка, за нее же тоже другая охотится. Во, я тоже в нее вцепился. Дай-дай-дай, мое, все, успел, ухватил. Так, у меня уже 4 монетки, ребят. Надеюсь, я сейчас... по-быстренькому смогу набрать монетки, вот. Особенно вот просто тупо есть вот эти штучки, я не понимаю, что это такое, но с помощью них я набираю, в принципе, быстро массу. Уже практически 4-й левел, и у нас сейчас будет уже, наверное, монеток 5. Вот, тут рыбешка побольше. Мое, успел. И это типа пираньи, только морские, типа, потому что вот у нас стая. Ах ты, блин, не успел. Да, потому что у нас тут стая целая, и... каждый ухватывает свой кусок. Ого, смотрите! Неужели тигровая акула? А, нет, это не тигровая акула, ребят. Ну это что-то, смотрите, какое. Давайте им тоже поможем. Офигеть! Эй! Кто вы такие? А, это, кажется, другие рыбешки были. Вот это да. Фига себе, это были другие рыбешки. Раптор, давайте его купим. Все, отлично, с помощью этой рыбки я смогу более крутых рыбок поедать и быстрее наберу монеток. Вот видите, и вот единственное бесит то, что вначале немножко подлагивает, когда ты выплываешь с этих водорослей. Так, уже 3 монетки есть, ребята, а было 0. Че, может, попробуем эту? You don't have enjoy point. Чего? Я могу свой вот съесть? Эй. Конечно, труп тут такой смешной. Нет, я своего собраться даже не могу съесть, несмотря на то, что он мертвый. Во-во-во-во-во-во. Опа. 13 монеток сразу же. То есть за эту штучку дают 4 монетки, ребят. Представляете, 4 монетки. Отлично. Значит, сейчас мы попробуем эту рыбку съесть. Так, все, ты дохл уже. И съедаем. Вот и все. И даже, видите, свой хотел мне отобрать кусочек мой. Так, уже 16 монеток, ребят, 16. То есть... я уже могу купить вот эту рыбку, и у меня следующая будет Нилин. Не знаю, давайте дальше копить, посмотрим, что будет. Может быть, все-таки на акулу попробуем. Так, давайте тебя скушаем. Опа. Так, давай, рыбешка, подыхай. Все, она готова. Давайте кушать косточки, хрящички всякие. Так, сколько у нас монет? 17. До сих пор 17. Опа, ты дохла, да? Ух ты, смотрите, сколько. Сразу же 21 монетка прибалась. Тут вообще что-то все пожирают этих рыб. Так, еще один левел апнулся. Опа, а мы все кушаем, кушаем. Так, вот еще вижу пару косточек. Ребята, у меня уже 25 монеток.
Это, в принципе, неплохо. Ого! Ты за мной, что ли? Да, она за мной, ребят. А, нет, кажется, не за мной. Давайте купим то, что нам сейчас доступно, и побегаем с этим. Так, у нас сейчас доступно клейдж. Клей? Может быть, это клей считается? Я не знаю. 34 хп, 8 дамага, большая скорость 0,6 секунду, не знаю чего. Swim speed это 2,3 метра в секунду, и нажимаем. Так, как всегда подлагивает. Опа. Как ты думаешь, вот как вы думаете, с первого раза я раскусю вот эту рыбу? Нет, не с первого раза, ребят. Блин, ну конечно я классный, мне нравится, особенно пасть. Но нам надо немножко разрастись, ребята. Я всего лишь первого уровня. Давайте бедного осьминога скушаем. Мне даже жалко его реально стало. Так, тут левел, конечно, ребятки, скажу, тяжеловато качать. Да, что-то он тяжело прям идет. Я с первого раза перекусываю их. Так, значит, что у нас тут? Вот эта рыбешка опасненькая. Ее стоит опасаться. Не знаю, как с крабом. Будет он мне, интересно, нападать? Дальше нет. Давайте раскусим. Все, краба раскусили. Так, пол левел уже вкачали. Пока что трудно, ребятки, левел качается. Надо попробовать кого-то, кто достоин нам. О, смотрите, сколько тут сейчас еды халявной. Давайте-ка ее покушаем. Может, сейчас уже левел один вкачаем. Так, значит, на кул я, конечно, набрасываться не буду. Это слишком опасно. Она за мной? Нет. Смотрите, у меня даже такие хищники крутые, как... А, кто это такая? Кто это вообще? Это мегалодон, что ли? Офигеть, ребята, это реально какой-то мегалодон плавает, потому что... Так, я в паузе, надеюсь. Тигровая акула. И вот это самое огромное. А это такой нету, даже ее нету в меню. За мной хвост. Господи. Офигеть, мегалодон. Давайте вот сцепимся вот с этой рыбой. Нет, я боюсь. Или все-таки... Нет, давайте вот за маленьких пока что будем цепляться. Ух ты, какая прытка. Блин, я не могу ни одного еще убить. Во-во-во-во-во-во-во. Халява. Оп. Почти что первый левел вкачан. Только первый левел, ребят. Вы только вдумайтесь. Как тут тяжело... Качаться вот на такой огромной рыбине. Очень тяжело. Ох, сколько тут крабиков. Ты что, за мной? Смотрите, даже на такую огромную рыбу, как я, до сих пор охотятся крабики. Офигеть. Так, посмотрим, что тут у нас есть. И где трава? Я хочу качать до конца мой последний уровень. Точнее, последние хпшки от уровня. Спишки опыта. Кто-нибудь есть? Нет. У меня во рту, я сейчас заметил, только что была вот эта розовая штука. Я ее схавал. У меня теперь второй уровень. Но, в принципе, никаких плюшек не прибавилось, потому что с уровнем прибавляется, по идее, жизни. Но почему-то... Ай, вы что, стаи на меня хотите, да? А, смотрите, ребята, стаи меня жрут. На тебе. На тебе. На тебе. Все, надо удирать отсюда. Ребят, я сейчас только что двоих дернул. Вон они валяются, трупы. Но, блин, их стая... О, я заметил то, что, ребят, у меня восстанавливаются хпшки. И это отлично. Значит, ребят, стоит бояться и вот таких стай. Мне нравится эта рыбка, ребята. Тут никого нету. О, кто-то слышал, кушает дурово. Так, ну я не знаю, в принципе, такое... Получилось прохождение прикольной рыбки, и вот набрали мы достойное количество очков, в принципе, я считаю, было классно, я вот с такой рыбкой погонял. Жаль, что на акулу не успел накопить, но все-таки мы... Опа. Во, смотрите, давайте-ка нападем на самую крутую рыбу, ну, кроме мегалодона, конечно, мегалодон-то мы видели. Давайте попробуем на нее напасть. Вот мегалодон, давай я на тебя нападу. Давай. Ты что, ссышь, что ли? Иди сюда. Во. Во! Все. Вот такая игрушка у нас сегодня была, ребятоньки. Я не знаю, понравилось вам нет. Если понравилось, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк.
Что ж, ребятки, с вами был Илюша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите всех друзей. Всем пока!